Друзья, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный кекс по рецепту моей подруги. Ее зовут Макка. Макка, тебе от меня большой привет! Ссылки на ее канал оставлю в описании под видео. Для кекса нам понадобится 4 яйца, 1 стакан сахара, 1/3 стакана подсолнечного масла. Добавляем теплое молоко, не полный стакан. А теперь перемешиваем все сухие ингредиенты. 1/2 стакана муки, 2 чайные ложки крахмала и 3 чайные ложки какао. У меня Nestlé. И сода 1 чайная ложка. Все хорошо перемешиваем и добавляем в нашу смесь. Отправляем наш кекс в заранее разогретую духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Смотрите по вашей духовке. И вот такая красота у нас получилась. По рецепту Макки еще нужно добавить сверху глазурь, но я не стала добавлять, так как он и так будет очень вкусный. Очень вкусно, нам всем понравилось, особенно детям. Советую всем вам приготовить и порадовать своих родных. Ссылку на канал Макки я оставлю в описании под видео. А сейчас я хочу приготовить быстрый обед. Для этого нам понадобится грудка. Режем ее на кубики. Далее разогреваем нашу сковородку, добавляем подсолнечное масло и обжариваем нашу грудку до золотистой корочки. Берем 2 лука и режем на небольшие кусочки. Лук отправляем в грудки и обжариваем до мягкости лука. Добавляем специи на ваш вкус, соль и перец. Я хочу отварить гречку, но вы можете отварить все, что угодно на ваш вкус. Рис, картошку, например. И дальше у нас идет стручковая фасоль. Наш обед почти готов. Добавляем сушеный чеснок
И оставляем еще на 5 минут на медленном огне. И все, наш обед готов. Получилось очень вкусно. Тут идет мама.